Вот, возле девятки есть озеро Зеленое, его вроде как называют. Типа спустился сюда. Это озеро рано поздно должно наполниться, как девятка. И вот пришел посмотреть. Тут травотой вымыло все. Может быть, наполнится до сюда, но вряд ли. А на той стороне вроде ниже. Но это тоже озеро образовалось. Второй карьер по добыче угля. Открыли. И потом, когда разрез закрылся, вот сюда получается вода затекает в эту яму. И она наполнилась. Яма — это карьер. И теперь тут озеро. Ну, девятка побольше, а типа вот это озеро, которое вроде как, я спросил, называют Зеленка. Пойти просто поближе. Давно не был. Наверное, камеру трясет, но извините, я просто любитель. Так, снимаю, можно сказать, для себя. А в YouTube выложу. Чтоб было. Чтоб на флешке не хранить. Ну и так вообще. И иногда так снимаю, выкладываю что-нибудь. Типа блогер такой. Вот. Вот. А, пласты угля такие. Ну, видно, нет. Ну, типа вместе с породой пласты угля. Всю уголь добывали. Заросло, всего уже лет 20 прошло, как закрыли. Намывают песка. И уголь, кусочки. С песком вымывают. А вот он, какой был, какой литиховский уголь. Ой. Типа древесный. И вот ржавые прожилки, это здесь в воде железа много. Может быть, здесь где-нибудь железо, руда есть. Когда-нибудь откроют месторождение и будут добывать железо. Ну, потому что здесь как бы все закрылось. Как-то все печально. И такая надежда. Вот что-то будет. В общем, так. Отсюда вид так себе. Ну, наверное, он заполнится и на ту сторону пойдет. Сперва я предполагал давно еще, что озеро Девятка будет, но на той стороне ниже. А, ну ладно, тут пока нечего смотреть. До следующего ролика.